Всякий знает, в центре Симферополя, среди его сумасшедших архитектурных экспрессий, дерзкий в своей простоте, похожий на очиненный карандаш, небоскреб газеты «Русский курьер». К началу нашего повествования, на исходе довольно сумбурной редакционной ночи, весной, в конце текущего десятилетия или в начале будущего, зависит от времени выхода книги, мы видим издателя-редактора этой газеты, 46-летнего Андрея Арсеньевича Лучникова, в его личных апартаментах на верхотуре. Этим советским словечком холостяк Лучников с удовольствием именовал свой плейбойский пентхаус. Здравствуйте! В эфире интеллектуальная программа «Игра в бисер». Ну, я прочитал первый абзац романа Василия Аксенова «Остров Крым». «Остров Крым», и вот именно этот роман мы будем сегодня обсуждать в следующем составе. Ирина Барметова, критик, главный редактор журнала «Октябрь». Евгений Попов, писатель. Анатолий Макаров, писатель, журналист. И Жалковский Александр, лингвист, литровед, эссеист, я бы даже сказал, эрсопедист и профессор Университета Южной Калифорнии. По-моему, ничего не забыл. Вот, значит, вот такой у нас сегодня интеллектуальный состав. Ну, я напомню читателям очень коротко сюжет «Острова Крым». Значит, это роман, написанный в 77-79 году, накануне эмиграции Аксенова, значит, накануне его эмиграции. Значит, сюжет такой. В период гражданской войны, в 1920 году, Красная армия не берет Крым, останавливается на Перекопе, и в Крыму образуется самостоятельная демократическая республика. Такая процветающая демократия с мощной армией, замечательным телевидением, со свободой печати, с многопартийностью и так далее. Она существует вот весь исторический период параллельно с советской властью в Большой России. И в конце концов, значит, там возникает движение за присоединение к Советскому Союзу. Адептом является этой идеей главный герой Лучников. И в конце концов остров Крым присоединяется военным путем, примыкает, идя навстречу пожеланиям трудящихся, Советский Союз оккупирует остров Крым. И это, значит, демократия прекращает свое существование. Но это я вот так коротко очень изложил сюжет этой книги. Ну, книга в свое время наделала много шума. Я помню, как мы читали ее в начале 80-х. Вот я читал, помню, в самиздате, в переплете в таком искусственном, перепечатанной машинке. Пересъемку, вернее, я читал. Ну вот прошло сколько? Прошло более 30 лет. Более 30 лет. У меня такой вопрос. Вот если отвлечься от политических целей, сверхзадач политических этой книги, насколько хороша эта проза? И хочется ли ее перечитывать сейчас? Интересно ли и запоминаются ли действующие лица образы или только их функции? Очень важный вопрос. Да. Я ее перечитываю, эту книгу. Я считаю, что это главная книга Аксенова. То есть, ну, или одна из главных книг. Потому что у каждого крупного писателя есть несколько главных книг. А это главная книга Аксенова. И я не только думаю, но я знаю, что и он придавал большое значение этой книге, потому что она, извините, она практически делалась на моих глазах, эта книга. И не случайно он посвящает эту книгу матери. Начал он ее в 77-м году, когда она ушла из жизни, а закончил в 79-м перед тем, как расстаться со страной. И, конечно же, это не ходульные персоны. Почему это главный роман? Такой книги нет в русской литературе, мне кажется. Потому что мы с Замятиным, это схема все-таки, такой карандашный набросок для Оруэлла, для 1984. Допустим, Тевенгур платоновский – это просто натурализм, потому что там ничего придумывать не надо было. Весь этот бред – это советская власть, начало ее. А здесь блестящая эта фантазия и персонажи. Он ухитрился в этой книге сочетать масс-культуру с интеллектуальными и политическими вот этими штуками. Я необычайно был увлечен этой книгой в 81 году, когда прочел ее в Калифорнии. А сейчас, вот готовясь к передаче, я прочел еще раз, считая, что нельзя не прочесть каждую букву и идти на передачу. И у меня более как бы сложный микст ощущения. С одной стороны, замечательный концепт, замечательная книга, эпохальная, еще один, так сказать, еще одно «мы», вот ты сравнил с Замятиным, еще один роман такого же типа. Но как проза, которую как проза, надо читать каждый абзац, это не так хорошо. И Замятин не так сильно хорош. Для книги не обязательно... Мы его обсуждали, Замятин. Для книги не обязательно быть написанной каждой строчкой хорошо. Но желает. Да. Желается. Вот,
Эта книжка замечательная концептуально, а выполненная, по-моему... Ага, интересно. Позволю не согласиться с этим, уверен, потому что там есть блестящие фразы, которые годятся для выписывания. Есть и места, и целые куски, и целые... И да. Вся конструкция замечательная. Да, вот мы тут, уже упомянуто было имя Замятина. Все-таки что это? Это утопия или это антиутопия? Это что, это Томас Мор, остров Утопия, да? Это альтернативная история вообще. Альтернативная история сослагательное наклонение. Как могло бы быть, кстати. Кстати, к этой альтернативной фантастике Аксенов имел такое тяготение. Вы вспомните, у него была такая повесть «Желток яйца». Да-да-да. Где, насколько я помню, там встречается Маркс с Достоевским в игорном доме, и начинается борьба за Суслову. Там они там соперничают. Очень забавно смешно, написано. Смешно, но в его собрании сочинений рядом. На мой взгляд, все же это вот такое разделение. К этой книге это не подходит. Хотя многие критики, когда начиналось вообще как бы обсуждение этого романа, они говорили, что сочетание утопии и антиутопии, что это вот такой уникальный случай и все прочее. На мой взгляд, все же Аксенов ставил совершенно другую задачу. Он вот так взорвал и открыл, заново, может быть, открыл вот этот вот жанр альтернативной истории. И тогда это намного интереснее читать, потому что появились последователи, кстати, там. Да. И вот эта вот альтернативная история, которую он потом взял и уже в своих новых романах, тех романах, которые он написал за последние годы, как «Вольтерианцы» и «Вольтерианки», это тоже альтернативная история, потому что, конечно, Екатерина не встречалась с Вольтером. Вот это он для себя поставил задачу вот рассказать о своем поколении, о шестидесятниках через многие свои романы. Вот это основная его задача. Вот в наших беседах, которые мы вели с ним, именно творческих беседах, он как-то раз говорил о том, что мы живем с вами еще в эпоху разрушения утопии просвещения. Мы на руинах утопии просвещения, мы на руинах того, что сделали энциклопедисты. Мы вот шестидесятники, это те, которые на этом выросли. Это действительно замечательно. Утопия или дистопия? Это утопия, которая кончается дистопией. Это классическая дистопия. Да, обещается что-то, кончается плохо. Вот. И для меня самые яркие вещи в этой книге, и остающиеся бесспорными, это привлекательный эгобист Марлен Михайлович, который любит остров Крым. Вот эта аксеновская идея конвергенции, так сказать, что и в советской системе есть вот эти любители этого. И главная для меня всегда потрясающая точка – это был момент, почему большевики не захватывают Крым? Крым, да. Потому что, значит, прыщавый британский лейтенант самовольно из чистого любопытства, это бендеровская фраза, разбомбил это ледовое побоище. Да. Дата перенесена с ноября на январь. Да. И он из чисто спортивного интереса по-британски индивидуально нарушает правила классовой борьбы. Все же дано с точки зрения Марлена Михайловича. Он это читает эту историю так, с удивлением. И вот это для меня была потрясающая этот образ этого Бейли Лэнда. Это какой-то ликер Бейли. Историческая случайность. Нет, такая, да? Придуманная альтернативная история. И я всегда восхищался этим местом. Утопически альтернативный, я не владею этой лексикой. Я приблизительно в те годы от родной редакции «Известий» был командирован не бог весь куда, в ближнюю за границу, в Болгарию. Стоял такой же страна, но улица полна кафе, милых людей, весело проводящих время, прилично одетых, а главное вот это вот цветущие бульвары Софии. Я возвращаюсь домой, стоит такая же прекрасная погода, и из окон «Известий» я смотрю на выжженную улицу Горького, выжженную солнцем, ни одного, не только что зонтика кафе, ни одного... Ну, газировщицы ни одной нет. И где-то вдали маячит очередь вокруг пивной этой самой квасной бочки. И вот я вдруг сижу и думаю, ну, ради чего проходит моя жизнь? Как же, причем вот без всяких великих политических аллюзий.
Вот просто в человеческом смысле. И я вдруг начинаю понимать, что вот моя потребительская, значит, такая злая тоска перерастает в такую, вот как бы это сказать, в такую экзистенциальную. И вот я позволю себе такую храбрость и дерзость. Мне кажется, что Василий Павлович, вот нечто очень часто, но я все-таки тоже его неплохо знал, посещало именно это чувство. Он артист, все-таки он был не политический деятель. Такой жестоковыйный. Он артист, художник, человек игры. И я думаю, что вот ему все постоянно было. И при этом вот такой, так сказать, да, плейбой советский, конечно же. И вот это вот чувство, на что же уходит моя жизнь, если и даже я смотрю на лучшие... Да. И вот и мне это почему-то так кажется, я говорю, что это абсолютно моя догадка. Что вот из этого потребительской оскорбленной души, которая переросла в какие-то высокие, так сказать, экзистенциальные чувства, вот родился... Как же это... А как же могло быть, ребята? Бог да. с ним, там, с думами, с политиками. Ну, как могло быть? На этом углу да. можно было все иметь. Да. А я вот вспоминаю, значит, свое детское или там юношеское впечатление. Юношеское, конечно, уже впечатление. Уже нет, уже даже зрелое впечатление. Все-таки уже был не мальчик, но муж. Вот книги. Что мне вот запомнилось сразу сходу? Громадный список дефицита, что он должен привезти из Крыма в Москву. Там идет на двух страницах бесконечное перечисление. Да, 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 да. Он вспоминает, что он не купил. Двойных бритвенных лезвий, цветной пленки для мини-фото, кубиков с вспышками, джазовых пластинок, пены для бритья, длинных носков, джинсов, о боже, вечное советское заклятие, джинсы, маек с надписями, беговых туфель, женских сапог, горных лыж, слухов. Ну и так далее. Идет на две страницы. Это то, чего не было. Вот я вот запомнил всего романа больше всего вот это. Ну что это? Гимн обществу потребления, я повторяю, или да это? Гимн, это или вот Толя прав это? Абсолютно, да. Потому что действительно у каждого нормального человека возникала эта мысль, почему. Мы с ним на эту тему довольно много рассуждали. Он говорит, я не могу понять, почему большевикам было бы не закупить джинсов, чуть-чуть поменьше продать оружие Анголии, закупить джинсов, чтобы все заткнулись, все стиляги, и все, и они были бы друзьями, были бы левая интеллигенция бы они, большевистская. А почему нет, кафе не открыть на почему каждом кафе не открыть? Да, так? Ну, я думаю, что все-таки главная мысль не только это, этого романа. Нет, я конечно думаю, нет. Это разумеется, это да. одна из красочек вот таких вот, их там... Кстати, целая я помню, палитра. Как он, ведь Аксенов совершенно искренне пытался вписаться в советскую литературу. Разумеется. Я с ним в 1968 году, мы жили в Ялте, кстати, в Крыму, мы жили в Доме творчества, и они там писали роман, он, Горчаков и, да, да. И Поженян. Горпожакс. Они писали роман, не помню, как назывался, но вот втроем. Чингрин не прикасается. Честно, да, честно. Я помню, как работал Василий Павлович, он сидел от и до, железная у него была дисциплина. Мы там вечером могли расслабиться, там, пойти погулять. Но у него была железная творческая дисциплина. Он писал, причем искренне стараясь вот сделать советский боевик такой. И через несколько лет, через 10 лет, совершенно другой писатель, который, действительно, у него свободная рука, свободное перо, уже нет этих соображений, как бы таких конъюнктурных, он, видимо, решил как бы поставить точку. И в этой связи у меня вопрос такой. Вот не является ли остров Крым вот тем рубежом, когда советская интеллигенция, шестидесятники особенно, разочаровались в самом шестидесятничестве. Я здесь не очень согласен, да? Потому что, мне кажется, поворотным пунктом был 68-й год. Есть, да. И после 68-го года, 69-й, он пишет «Ожог». Вот ожог. Это был поворотный пункт. Да. Потому что после 68-го года уже было ясно. Верить в коммунизм мог или только конформист, или идиот последний, понимаете? И вот остров Крым – это уже дальше. Он уже... Действительно, уже не о Ленине Сталин, а он о левой идее, говорит он там. Вот в чем. Модель левого интеллигента, западного, каковым является Лучников. Левая идея ведет к самоубийству целой страны. А вы помните советскую шутку такую, когда спрашивают советского туриста, на чем вы любите ездить в Европу? Он говорит, на танке. Все это вот тоже шутка этого времени. Шутка этого времени. 1968 года, да. Мне кажется, вот Аксенова, если вы... А мы должны как бы сейчас неотрывно, вот, не отрывать это произведение от других произведений, которые потом были конечно. Написаны. Потому что это действительно тот был толчок у Аксенова, после которого он стал писать иначе, да? Вот он писал, его там переводили, его публиковали, не публиковали, но в какой-то момент он написал «Кесарево свечение», и сказал для себя, роман умер.
Написал он эту статью, которую озаглавил так, что, в общем-то, надо прощаться с романом. Мы в журнале опубликовали эту статью, мы сделали бай, и вдруг на следующий день Аксенов садится за стол, берет перо и начинает писать новый роман. К чему я это говорю? А к тому, что он вернулся вот к этой идее о том, что человек... то есть у него идея, конечно, не общество, а что общество спасет только личность, никакой социальный строй, а именно личность. И что человек на стадии развития и самоусовершенствования человека только это может привести к изменению мира. Не цивилизация, а именно самоусовершенствование человека. Он об этом как раз и говорит. И вот эта надежда, мальчику, уплывающий на этом утлом катерке со своими родителями в будущее, да, это потом этот мальчик появится в редких землях, уже взрослым человеком. И опять же море, и кончается роман, этот мальчик, главный герой уже родил своего ребенка, и этот мальчик Никодим погибает, опять же, в море, и уже полусон, или, как вы пишете, новосон, является этот мальчик, у которого рождается новый ребенок. Да. Вот это рождение нового человека, все же, на мой взгляд, это вот такая идефикс, которая преследовала Аксенова все время. Хорошо, а вот главный герой, Андрей Лучников, да, такой плейбой, спортсмен, там, джазист, автогонщик. Что это, проекция, может быть, самого автора? Это как бы он в том идеале, каким бы он хотел себя видеть. Это инкарнация постоянного героя Аксенова, такого голливудского в какой-то степени, Джеймса Бонда такого. Это ведь при всех своих отрицательных, скажем так, завихрениях Лучников вызывает симпатию у читателя. Какой бы там он ни был, если брать его идеологию, он как личность вызывает, ну, некоторую симпатию. Почему некоторые? Чем вам не нравится его идея общей судьбы? Вот, кстати, об идее общей судьбы. Что за идея общей судьбы? Какие мотивы рациональные или, скорее, рациональные движут Лучниковым, когда он понимает, чем это закончится? Он не может не понимать. Это что, жертва? Это самопожертвование какое-то? Почему он одержим этой идеей, понимая подсознательно, что это плохо кончится для Крыма? Какие мотивы? Русского или что? Мазохизм. Садомазохизм такой. Да. Не сада, просто мазохизм. И все-таки вот к этой теме мне не кажется, что это альтер-эго Аксенова. Потому что он... Условно. И даже условно нет. Он скорее лепит фигуру, которая ему неприятна. Так. Он симпатия, все отлично. Да. Но там есть такие строчки, где он пишет про него с полным отрицанием, что он сгубил страну целую. Да, фактически так. А Аксенов не хотел бы губить страну. Но дело в том, что он никогда не писал сугубо отрицательный портрет с омерзительными чертами. Он же не делает карикатуру, но он ненавидел советскую власть и ненавидел левую идею в любом виде. Я совершенно согласен с Женей в том, что здесь такая атака на левую идею и ее предательскую, так сказать, роль в культуре, истории и так далее. Но я согласен с тобой. Он недаром дает ровно 46 лет этому персонажу. Его возраст. Ровно этот возраст. Да. И он в него вкладывает огромное количество, так сказать, аксеновских. Альтернативный Аксенов. Он делает его необычайно симпатичным. Весь этот огромный сексуальный во все стороны там потенциал, который туда вложен. И его эта спортивность, его популярность, и то, что он писательская фигура. Да. Это центр композиционный романа и выдержанный не очень здорово. Потому что все-таки никак не промотивировано, чего это он так свихнулся и губит других людей, страну и так далее. Меня почему-то не удивило. Не можно ли сказать так, условно говоря, что этот роман для Запада, это роман предупреждения? Может быть, в какой-то степени. Надо же для Запада, с его левацкими... И Аксенов, и все мы за это время уже насмотрелись восторженных левых визитеров в СССР, которые говорили, ну не все же у вас так плохо все-таки, знаете. Я хочу просто пояснить для зрителей, которые уже не знают, что такое левая идея, потому что все перепуталось, что левая идея — это как бы
идея социальной справедливости, социального, как бы, ну, то, что коммунисты всегда правы, что как бы новый мир приходит, и что левацкая идея, левая идея, всегда лучше любой буржуазной, любой, так сказать, такой мещанской, бескорыстнее, да, вот левая идея, и на нее покупаются очень многие европейские интеллигенты, скажем так. А как вам нравится, прошу прощения, сексуальный аспект этого романа? Ведь это же безумно смело было для русской прозы. Это как-то кто-то сказал, что эротический такой, эротическое новаторство такое, ведь русская целомудренная проза, тургеневская там и толстовская, она не знала таких откровенных эпизодов. Насколько это было тогда ново? 79-й год. Для сейчас, конечно, мы прочтем, да. Ну, что это в каждом втором романе. 79-й год. Кристина приходит к Лучникову, к господину Мальборо, она его называет, да. Читаю. Начинается сцена любви. Кристина хотела доминировать, но Лучников не любил амазонок, и после короткой борьбы вековая несправедливость восторжествовала. Девушка была придавлена горой мышц. Предательская мысль, нередкая спутница лучниковских безобразий, а вдруг упаду, и появилась и сейчас. Но девушка вовремя сдалась и тоненько и жалобно застонала, отдавая себя во власть свинскому племени мужчин. И он, ободренный капитуляцией, мощно вступил в сладкие и влажные пределы. Куртуазная проза 17 века. Ну, не совсем куртуазная. Куртуазная не называла. Там было эвфемизмы все-таки. Что интересно в этом эпизоде? Что интересно в этом эпизоде, это не непосредственное доминирование, а то, что он дан с монтажом параллельно поездке по российской глубинке, где он едет в каком-то автобусе, вспоминает, в каком-то автобусе, там маты, какая-то тетка, которая выдает себя за какую-то ворожею, клюшу и так далее. И этот монтаж идет параллельно все время. Да. Чего-то сцена нет. С матерью Лучникова. Это сцена с сельскохозяйственной выставкой, когда он ухаживает за... Хорошо, а сцена в поезде, когда он вступает... На самом деле, хорошие образцы. С точки зрения такого писательско-эротического мужества, там есть, на мой взгляд, более глубокая и более сильная вещь. Я не знаю, это не очень деликатно прозвучит, и заранее прошу прощения, если кому-то покажется неделикатным, но я вообще в русской литературе не знаю такого случая, чтобы так, как здесь, по-настоящему любимая женщина была описана, ну, как скажем, ну, как, не... Как не вполне нравственно. Не очень нравственно, не очень романтично. То есть при всем, так сказать, страсти, которую к ней и во всех смыслах питает к ней герой, вот так вдруг с такой, так сказать, ну, отчаянной прямотой. Прямотой, что он же, помните, говорит, что мне нравится там известное слово больше, чем порядочные женщины. Вот такие мне нравятся больше. Это очень редко. Когда Кристина там целуется с татарином, с этим, начинает целоваться в конце, он это говорит. А сцена в поезде, когда вот с матерью Лучникова он встречается, она там смолянка, а он, значит, офицер. Где-то, скажи, в тамбуре, когда они любят друг друга в тамбуре. Потом, кстати, есть фильм такой, помните, «Вор», по-моему, фильм был, да? Где эта сцена повторяется. Вот эта сцена написана очень сильно. Ну, в связи с этим, не сопрягая две эти темы, но вот как бы, уж поскольку так пошла такая пьянка. Мат. Мат, который впервые, обсценная лексика, назовем это так, ненормативная лексика, которая обильно и впервые, пожалуй, в русской прозе, насколько я могу судить, вот в официальной русской прозе, не у Баркова, там, не, а вот здесь, появляется у Аксенова. Вот сейчас это читаешь, этот мат. Сейчас это как бы признак хорошего литературного тона. Это как без мата ни один роман не обходится. Да? Хотя я в свое время говорил, что нужно беречь не литературу от мата, а беречь мат от литературы, потому что введение его в текст разрушает мат как культурное явление. Я в этом глубоко уверен. Ну вот в данном случае, ладно. В данном случае широкое употребление мата, но это можно воспринять как бунт против ханжеской советской литературы, как некий бунт. Как сейчас это читается? Есть ли в этом художественная необходимость? Или только здесь... Не я столько думаю, эстетическая необходимость. Я думаю, он никак не торчит куда-то в сторону из романа. Он такой, как весь роман. Естественно, да? Такой, можно как мне, весь роман. Ну, во-первых, Василий Павлович всегда умел очень. Он всегда умел дозировать. Как-то органично, остроумно вводить эту лексику. Это ему всегда, по-моему, было присуще, и, так сказать... Потом он стал придумывать слова свои. Цензурные это он не мог делать. Не мог, конечно. Нет, господа, вы забываете роман «Ожог», который таким матом написан, что упаси. Ну, первый такой, Первый роман. Первый вот там уж он оттянулся, вот там уж действительно он. Вот там действительно было вот первый роман. А скажи, матерная это была позиция эпатажная или художественно оправданная? Вот так. Я думаю, что была художественно оправданная. А потом, знаете, мы забываем такую вещь. Вы вспомните, прекрасно знаете это по жизни. Есть люди...
у которых самое невинное слово воспринимается в их произнесении отвратительно, а есть такие матершинники, женщины, у которых это прелестно и ничуть не оскорбительно. Вот еще тоже не слабый образ в романе. Значит, Марлен Кузенков. Ой, замечательно. По-моему, замечательный образ. И, по-моему, очень типичный. Потому что вот наша перестройка, она, там же очень много, вот если брать прототипы, такого просвещенного, партопарадчика, цикиста, работники ЦК, которые уже все понимали, и старались как-то, ну что, смягчить режим, как-то его сделать более с человеческим лицом, что ли, да? Ведь это образ очень такой, ну какой? Симпатия есть к Кузенкову у автора и у читателя. Несомненно. Это воплощенная, да? Вот конвергенция. Конвергенция, что-то, да. Вот, а вот, кстати, сидит в этой связи. Вот эта партийная тусовка, вот высшая партийная номенклатура, баня как поле политических игр, где, которые, кстати, по некоторым мнениям, отражает состояние Москвы, потому что там и славянофилы, и западники, и антисемиты в лице вот этого, как его, Олега Степанова, да, и то же самое в Крым. Волчья стая, волчья сотня, это, значит, такие полуфашисты. Как бы Крым повторяет расклад Москвы. Или Москва повторяет расклад Крыма. Совершенно верно. Да? Но один же народ-то все-таки. Так вот в чем дело. Насколько... И американская миграция такая же, кстати, насколько я могу судить. Да. Кузенков-то там еще, и там есть замечательная сцена, когда Кузенков и дед, вот этот сталинист, который пытается ругаются. Подростка посадить за то, что у него вид... Да, такой хиповатый. И так начинает бояться. Вот, и вдруг Кузенков за него вступается, значит, и тот говорит, из народа человек говорит, а ну-ка ваши документики. Он говорит, и тому страшно становится, цикисту-то. Страх генетический уже. Генетический. Да, там где-то запрятан какой-то пятый пункт где-то в глубине. У него мама Марковна. И этот ему Степанов напоминает, что мама там такая-то Марковна, и он сразу понимает, что он открыт, как сказал бы другой герой. Да-да-да. Да, он открыт, и он как бы не пытается это как-то замикшировать, да, он, да, говорит, да, так вот, мама. Нет, говорит, нет, мама. Но там есть Макаровна, другой, другая. Помните, там его начальник ему говорит, а почему же ваша мама, не помню, как звать, Макаровна. Макаровна, говорит, да. Почему она, вы ее скрываете? Ведь таких старых комментарнов мало осталось. И он благодарно ему улыбается. То есть его как бы, его простили за происхождение. Да. Это очень тонко сделано. Опять это очень типичная, так сказать, типичная биография многих людей. Скажите, вот у Быкова, значит, одна статья у Димы, он говорит, что это трагический роман. Действительно, трагический роман. То есть обреченность Крыма, он обречен при любых исторических обстоятельствах или есть там какой-то выход? Трагизм, конечно, есть, потому что вообще, как бы, как я понимаю, Дима, читая этот роман, все же считал, что это антиутопия и утопия, а любая, значит, антиутопия, она как бы в себе содержит, да, трагический конец, и он там наступает. Вот. Но это я как бы интерпретирую Быкова. А на мой взгляд, это трагедия, потому что выхода так и не найден. Вот в чем. Так и не найден. Не трагический, потому что герой в конце жив, и как-то его... Вы знаете, в конце жив, и ему даны какие-то благородные слова. Нет, вы понимаете, вы говорите... У могил. Он сохранен как какая-то положительная фигура. Сохранен вот. Его внук. Нет, это самое главное. Что но они... здесь ну, не об присутствует на последнем. Здесь, вы понимаете, говорите о герое, а я говорю о том, что плавающий остров, да, вот этот плавающий остров, вот это все исчезает. Вот о чем. То есть идеи, которые питал сам Аксенов, все это гибнет. Он это хоронит. Вот в чем дело. А не то, что герои. Герои их он оставляет. Согласен. Так кровожаден. Да, он хоронит эту мечту. Понимаете, когда он говорит, автор говорит о том, что Гангут, для него то есть остров Крым, это оправдание, это его надежда. И когда он эту надежду просто бросает под ноги этого военно-спортивного праздника «Десна» с таким прекрасным названием,
Вот, вот это вот, вот в этом и есть трагедия, и здесь я соглашусь абсолютно. А вообще вот, трагизм еще, этого вот, романа, да, он виден вот, с первого. Это вообще вот свойство всякого хорошего писателя. Вот, и Василию Павловичу очень часто это было свойственно вот, в обожаемых мной вот, поздних рассказах. Когда начинается игра, начинаются все Васины штучки, приколы, хохмы, все плейбойство, а потом вдруг что-то перехватывает, да, горло. Я еще, знаете, что хотел сказать? Вообще-то это роман о любви. Ну, о любви, да, о любви. И, да, и, кстати, во всех, о всех видах, все виды любви, начиная от плотской и заканчивая любовью неразделенной к родине, как это не патетически звучит. Вот, не, да, вот в чем трагизм. Как Пригов писал, наш покойный друг, чем больше родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Да, так, да, вот и здесь, вот это любовь к родине, чтобы на родине было хорошо. Это ведет к краху и Лучникова ведет, и других тоже. А вот для меня это была некая загадка, этот замечательный ход Аксенова. Операция «Весна». Ведь Крым просит, просит о присоединении к Советскому Союзу. Официально. То есть парламент просит. Зачем нужно военное вторжение под видом военно-спортивной игры «Весна»? Чтобы вот все наверняка. Что это крайность идиотизма? Ты прямо идиотизм. Персонаж острова Крыма. Да, они вот, тоже не могут понять. Вот, да. Зачем? Чтобы наверняка вот, все для было. Чего это нужно с точки зрения советской советского правительства, которое президент... Чтобы наверняка. Потому наверняка. Что тогда все, а так... все акции осуществлялись только таким путем. Только. А ты вечно, да, совершенно пропаган... Да, чтобы, да, запугать... Чтобы знали. Запомнили, чтобы знали. Где, знаешь, вы живете. Да. У другого великого, да, остроумца, у Дорошевича есть фраза. Любите отечество? Через полицию и это можно. Это так что можно. Вот, да, да. Ишь, да, ты вам, остров Крым. Душок-то мы ваш вытравим, вот этот. Либеральный. Вот и все. Да. Ну, а что касается, да, либеральной тусовки, ну, она ее и тогда, и при царе ты лучше всех знаешь, поскольку ты изучаешь. Совершенно это время, верно, она всегда имеет свои очень несильные стороны, так, да, скажем. Да, да. Роман «Бесы». Роман «Бесы», где, кстати, многие сюжеты во многом перекликаются. Ну, мы забыли, вот интересная фраза я сейчас нашел. Говорит Мустафа, говорит Лучникову: «Извините, я преклоняюсь перед вами человеком, спортсменом, мужчиной, но когда я думаю о вашей концепции отвлеченно, вы представляетесь мне горбатым и злобным уродом из подвалов Достоевского». Вот, пожалуйста, как бы преемственность к «Бесам» и так далее. Вот это как бы вечные мотивы это русской. Это важная фраза. А можно говорить, что все-таки вот он был как бы родоначальником вот такой новой прозы, начиная вот с «Ожога», с, скажем, «Острова Крым». Я в свое время ему книжку свою подарил, написал «Васе основоположнику». То есть в плане основоположник вот какого-то направления нового в отечественной литературе. Вот этой прозы. Я даже не знаю, как ее обозначить. Пост-шестидесятнической, такой вот, ну что ли, вот этот подход западный взгляд на, во многом западный взгляд западный на... Западный ли он? Вот, это, я думал, да, тоже это, да, но все-таки, написал, он западник. Игорь, я где-то, да, написал, да, все-таки, может быть, это, да, такое для, это такой образ. Образович. Но я написал, что у меня Аксенов и Солженицын – двуглавый орел. Такой. Солженицын на восток, Солженицын на восток, Аксенов на запад. Хорошо. Я задам как в конце такой, ну вот вопрос такой, может, немножко отвлеченный, общий ко всем. Вот какие, ну скажем так, какие утопии или антиутопии могли бы быть художественно разыграны применительно к современной России? Если это возможно. Вот мы пишем какой-то там роман с альтернативной историей о современной России. Кто бы современный какие-то, внезапно новый Аксенов написал бы... Да, 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 вот применительно к нашему времени какую-нибудь утопию или антиутопию. Утопию, да? Пастораль должна быть. Ага. Дав оброк с них положенный, жизнью мы живем. Сдав оброк с нас положенный, жизнью мы живем блаженный. Все окей. Правительство замечательное. Так. Президент еще лучше, чем правительство. Государственная дума умнейшая. Это утопия или антиутопия? Я не специалист в этом. Вот пастораль такая, и все довольные, довольные все. Все пляшут и поют. И одна только проблема. Все-таки на Марс высаживаться или на Луну? Вот и это конфликт будет. В обществе. Да. Да. Хорошо, я Толя. Понимаете, в чем дело? Мне, моему слабому уму, вообще это вот не свойственно. Поэтому, ну, придумать нетрудно. Ну, скажем, победил ГКЧП. Вот, угу. Вот. Ну, и таких вещей сколько угодно. Но это
не остроумно. Вот я говорю, а вот конечно, здесь замечательно, да, остроумно. Да. Вот и тут. Да. Наверное, можно. Да. Но я не, должна быть какая-то вот абсолютно все-таки внутренняя потребность, а не политическая спекуляция. Конечно. Да, Ирина. Соглашусь с Анатолием Макаровым, потому что так это не придумаешь, и потом соревноваться с Василием Павловичем я бы не хотела. Вот, да. Но, знаете, в этом все же хочу задать вопрос, который задал Аксенов, такой детский вопрос он задал в этом своем романе. Он там, один из героев спрашивает, а кто больше герой в наши дни? Это космонавт или диссидент? И никто не мог ответить. Вот это такой примитивный вопрос, который Аксенов, полудетский вопрос, который он задал, но его это беспокоило. Где этот героизм, который и на каких весах, и какой героизм взвешивается, каким обществом взвешивается? Вот, вероятно, если бы сейчас говорить о какой-то там утопии или что-то, это, наверное, говорить о том, что такое героизм в наше время. Да, да. Что да. Сейчас является поступком. Ну, может ли это поколение себя проверить на каком-то... Это я имею в виду новое поколение, проверить себя поступком. Нет, это вопрос к творцам искусства, а не к их исследователям. Так, я понимаю всю условность моего вопроса, потому что это, конечно, додумывать там за Аксенова или после Аксенова какие-то строить какие-то версии бесперспективно. Тем более это, мы говорили, что это неповторимо и нельзя подражать тому, что... сделано. Ну, если так условно говоря, если бы сейчас вот была такая ситуация, писатель писал бы роман о действительности современной, можно представить, что победила демократия в России, но где-то сохранился остров Крым, остатки социализма. Причем социализма достаточно такого хорошего, с человеческим лицом, с бесплатным образованием. И вот, но он как бы раздражает большую Россию капиталистическую, и большая Россия рано или поздно поглощает этот островок социализма. Негативный вариант. Да, мы как бы перевернули. Хотя, повторяю, это условное. Хорошо, я зачитаю последние строки этого романа. «Звезды полыхали. За собором святого Владимира взлетал праздничный фейерверк. В соседней аллее, за осколком мраморной колонны, давно уже ждал конца церемонии полковник Сергеев. Боже, как я живу, думал он. Чем я всю жизнь занимаюсь? В душе его была тревога, он часто посматривал на светящийся циферблат своих часов. Вдруг что-то случилось с современным механизмом. Стрелки, секундная, минутная, часовая, закрутились с невероятной скоростью, словно в бессмысленной гонке, а в рамки дней неделя стала выскакивать одно за другим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг». Так заканчивается эта книга, которую мы обсудили. Возникают споры, классика это, не классика. Ну, как говорится, история рассудит. История рассудит, и поэтому классика это хорошие книги. Прежде всего, это хорошие книги. «Остров Крым» – книга хорошая. «Остров Крым» – хорошая книга. И я скажу, подверстывая под нашу общую постоянную формулу, читайте и перечитывайте классику. Ваш Игорь Волгин.